Здравствуйте. Вы смотрите программу «Диалог с властью». Сегодня хотелось бы подвести итоги работы Мытищинского ОВД за эти 5 месяцев нынешнего года. Также рассказать о проблемах, которые существуют на территории нашего района. В этом мне поможет наш гость, начальник Мытищинского ОВД Василий Николаевич Субботин. Здравствуйте, Василий Николаевич. Добрый день. Так давно мы с вами встречались. Вы рассказывали о том, как прошли новогодние праздники, о том, как прошли 3 месяца работы ОВД. Время очень быстро летит, да. И сегодня мы уже готовы подвести практически итоги первого полугодия, 5 месяцев. Что произошло за это время на территории нашего района? Да, действительно, время летит очень быстро, жизнь скоротечна. И у нас события тоже развиваются достаточно бурно. Я хотел бы вкратце рассказать, какие результаты имеем мы и что происходит в районе за прошедшие 5 месяцев. В целом произошел незначительный рост общего количества совершенных преступлений. Всего зарегистрировано 2564 преступления за 5 месяцев этого года. Это практически на 103 преступления больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но, к счастью, раскрыть тоже удалось нам больше. Значит, 1148 преступлений, это на 119 преступлений больше, чем в том году. Ну, здесь как бы это не цель, игра цифр, но вот на какие-то такие, на важные цифры я все-таки хотел бы остановиться. Тяжкие, особо тяжкие преступления, то, что, можно сказать, касается каждого гражданина. Это всего их было совершено 946 за 5 месяцев прошлого этого года. 306 преступлений удалось раскрыть. Это тоже порядка 50 преступлений больше, чем в прошлом году. Значит, 946 это какие-то убийства? Это тяжкие, особо тяжкие. Сюда все входит. Я сейчас по категориям основным разделю. Ну, в основном, да, здесь и убийства, и разбойные нападения, грабежи, и кражи. Значит, ну, какие вот наиболее важные здесь? Это убийства, безусловно. 14 таких случаев в этом году у нас было зарегистрировано. В 12 случаях удалось преступников установить, и Следственный комитет по всем этим фактам проводит расследование. В 2 случаях пока лица устанавливаются. Разбойных нападений 24 было в этом году. Это меньше, чем в прошлом. 38 было в прошлом году. Но раскрыть удалось 16. То есть больше, чем половина разбойных нападений раскрыть все-таки удалось. Беспокоит это возросшее количество грабежей в этом году. Это прежде всего, мы уже неоднократно упоминали, это у супермаркетов вырывают сумочки, либо телефоны, либо вот при парковках около дома, во дворах, там, в других каких-то заведениях. И, как правило, категория потерпевших – это самые беззащитные наши женщины. Вот таких фактов у нас 185, и всего лишь в 32 случаях лиц удалось задержать. Это вот такой бич, очень сложно раскрывается, и здесь мы неоднократно говорили, конечно, нужно помогать друг другу прежде всего, это имеется в виду сообщать о таких фактах незамедлительно, и особенно лица, которые стали очевидцами, потому что, это, как правило, такие факты они происходят на глазах у большого количества, вот, и здесь мы только общим миром сможем вот противостоять этому злу, потому что происходит очень быстро, как правило, рядом где-то с кольцом, преступники на машинах скрываются, и вот пока до нас информация доходит, на самом деле достаточно сложно. Чем быстрее вот такая информация придет, тем, конечно, больше шансов у нас поймать преступников. Значит, радует, что уменьшилось количество краж в общей массе. Вот. И, прежде всего, квартирных краж. Вот 260 было в том году, в этом году 207. И в то же время раскрытие тоже удалось больше, чем в прошлом году, на 24 преступления. Вот. Но, к сожалению, вот в летний период, сейчас уже первый месяц лета начался, и резко пошла активизация таких квартирных воров.
Связано это, видимо, с тем, что много на дачу уезжают в выходные дни. И мы вот в срочном порядке тоже меняем тактику своей работы, меняем графики дежурства. Ну и опять же в этой связи хочу обратиться к жителям, тоже не проходить мимо вот таких фактов, потому что такие преступления происходят в основном в дневное время, даже в утренние часы. И, как правило, люди становятся очевидцами, как посторонние лица выносят какие-то вещи из подъезда, либо просто проникают, там, заклеивают глазки, другие прозвон осуществляют в квартиры. То есть много таких подозрительных моментов, по которым можно уже оценить, что что-то здесь нечисто. И здесь надо просто понимать и друг другу помогать в этой связи, то есть вовремя сообщать о посторонних лицах. Все мы живем, знаем своих соседей, ну и как-то сострадать друг друга. Тогда вот такое вот количество раскрытых, оно будет значительно больше. Продолжается бич у нас, это связано с незаконным оборотом наркотических средств. За этот период у нас 314 фактов таких выявлено и задержаны лица за хранение, распространение, ношение наркотических веществ. В том числе три таких серьезных группы было задержано с большим весом героина, приготовленным для, расфасованным для реализации. И, в общем-то, здесь у нас достаточно неплохие результаты. По раскрытию больше, чем в прошлом году, у нас раскрыто 119 случаев по сравнению с 93 прошлого года. Но тут нельзя, наверное, успокаиваться этими цифрами, потому что, к сожалению, наркоманов очень много. И все больше и больше на это зелье попадаются на удочку. Поэтому здесь нам нужно тоже быть бдительными и вот сообщать о всех таких фактах, где собираются лица, склонные к употреблению наркотиков, где происходит реализация, еще другие какие-то факты. Естественно, мы незамедлительно будем реагировать, потому что это трагедия, и она, из нее, в общем-то, вырастают очень много серьезных преступлений других. Ну вот такие основные позиции. Как всегда, значит, к сожалению, не уменьшается доля преступлений, совершаемых иностранцами. Вот, на данный момент она уже превысила 50% всех преступлений, которые совершаются, только из тех преступлений, которые нам удалось раскрыть. Но по оперативным данным и из нераскрытых преступлений, в общем-то, та же самая ситуация. К сожалению, эта вот проблема, она приток остается. Приток такой иностранных граждан. Да, к сожалению, вот все-таки наш район, он достаточно привлекателен в экономическом плане, там много достаточно рынков, и вот с этой категорией бороться достаточно сложно, и здесь со своей стороны мы проводим достаточно большую работу, но вот, в частности, только за этот год 67 преступлений у нас задокументировано в отношении наших граждан, которые, значит, привлекают и позволяют проживать незаконно в нашем районе вот такой категории граждан. То есть наши же сдают им жилье, квартиры? Да, да. Ну, тут и не только частные лица, тут и предприятия. И здесь, конечно, я хотел бы обратиться и к гражданам, и к руководителям организации предприятий. Ну, с одной стороны, мы возмущаемся и кричим, что вот засилие незаконных здесь нахождение иностранных граждан. С другой стороны, мы активно сами же вот способствуем этому. В каком плане? Это используем без оформления этот наемный труд, значит, позволяем проживать без оформления. Вроде бы, с одной стороны, решаем какие-то свои, значит, проблемы с заработком, но на самом-то деле вот делаем вот такую вот проблему для всех остальных. Поэтому надо здесь быть все-таки как-то и солидарными, и патриотами своего района. Не на социалистическом плане, чтобы просто правильно понимали, а вот в том плане, чтобы все-таки все было в законном русле. Тогда, может быть, потому что действительно мы уже второе место, наверное, по области занимаем вот по количеству
проживающих здесь иностранных граждан. Уже порядка 75 тысяч только законно зарегистрированных, а еще, наверное, столько же наверняка незаконных. Поэтому проблемы они, конечно, нам доставляют. Насколько мне известно, одно из таких, может быть, видов борьбы, это, ну, наверное, не вид борьбы с иностранными гражданами, а это просто как закрытие ярмарок и рынков, но в то же время это и помогает, наверное, и бороться с иностранцами, которые там работают. И у нас на территории, насколько мне известно, закрыты уже не один рынок, ярмарка. Безусловно, это так. Ну, я сразу хочу так в двух словах сказать, о чем речь идет. Это, прежде всего, есть указ президента, и в соответствии с этим указом было решение правительства Московской области о том, что вот с 1 января этого года запрещена реализация и вообще деятельность рынков, значит, в виде нестационарных объектов. То есть с каких-то ангаров, с лотков, значит, с машин. И это мытищинская ярмарка, та же придорожная какая-то. Ярмарка, опять же, тоже не вся, потому что на той же ярмарке есть и объекты, которые имеют статус стационарных. Угу. Вот это какие-то большие такие магазины, супермаркеты и так далее. И, то есть цель, она, в общем-то, привести вот в такой цивилизованной, можно сказать, форму эту торговлю. И, естественно, и здесь сразу же и вторая сторона, правильно вы заметили, с иностранной рабочей силой, которая, в общем-то, там просто тысячами находятся. У них там целый город. Да, и зарабатывают, подрабатывают. И так, естественно, эта проблема, она в какой-то степени разрешится, потому что мы поддерживаем вот это вот решение, оно, в общем-то, выстраданное. Ну и всячески призываем и предпринимателей, и руководителей вот этих рынков. На данный момент уже три рынка вот пошли нам навстречу, вот прекратили деятельность вот в виде нестационарных и занимаются уже сейчас строительством каких-то объектов, которые будут иметь другую форму. Вот. Ну а оставшиеся рынки, в частности, вот и процент 80, наверное, деятельности мытищинской ярмарки, она, вот, к сожалению, имеет такую форму. И вот с этим мы сейчас тоже активно занимаемся и призываем не противодействовать, значит, органам власти в данном ситуации, а наоборот, всячески, наверное, понимать и поддерживать веяние времени и становиться на цивилизованный уровень. Насколько мне известно, еще на той же Мытищинской ярмарке, то есть это вот та площадь, которая находится где МКАД и Осташковское шоссе, там чуть ли не приходили рейсовые какие-то автобусы из ближних стран зарубежья к нам. То есть там уже такой поток налаженный был у иностранцев, их привозили туда. Это как-то тоже уже, ну, закрыли или... Что, ну, с этим? Закрыть, сказать, что закрыли, наверное, я просто обманул, потому что это, в принципе, это сделать очень сложно, потому что, как правило, это же ведь происходит уже стихийно и спонтанно. Знаете, одна группа прибыла, нашла себе работу, mm-hmm. дальше она приглашает уже организовывать своих земляков, друзей, там, знакомых, здесь хорошо, здесь можно заработать. А что такое нанять автобус, там, либо какой-то другой транспорт, то есть все это, в общем-то, доступно и каких-то сложностей не представляет. Другой момент, действительно, вот как только снег сошел, мы столкнулись с такой проблемой, вывозили большие группы иностранцев, к сожалению, их тоже здесь с какой-то степени жалко, потому что на них тоже наживаются. Вот привезли их, знаете, с тюками, поставили там и, может быть, наобещали какие-то золотые горы, может быть, и денег с него взяли за то, чтобы привезти, а дальше куда человеку податься, все, у него нет ни денег, нет ни жилья, и это тоже такая социальная проблема, она выходит, в общем-то, немножко и криминальную подоплеку вот именно в деятельности тех лиц, которые привозят. Ну, здесь, опять же, мы эту проблему видим и стараемся ее решать. К сожалению, вот не все тут и в законе. У нас нет особых каких-то возможностей более решительно и реально пресекать все это дело. Но то, что есть, в общем-то, стараемся использовать в полном ракурсе. И вот закрытие рынков, они нам, конечно, надеемся, поспособствуют. Но здесь, опять же, вот я уже сказал частично, наш частный сектор, наши уважаемые пенсионеры в основном, вот опять же, я вот с некоторыми категориями общался,
у кого доходило даже вот до 600, там 400 человек иностранцев зарегистрировано. Ну, сейчас уже мы это пресекли. Но вот такие вот желания подзаработать и объяснения, ты знаете, какие вот милые пенсионеры, такие бабушки. А, ну вот, пенсия маленькая. Да, пенсия маленькая, но мы же вот трудились. Ну, безусловно, трудились. Но вы же понимаете, что это совершенно ненормально. Вот, и поэтому такие вот факты, опять же, должны пресекаться, и все, ну, как бы должно быть соразмерно. Вот, поэтому они едут-то не просто так, а едут уже заранее на подготовленные какие-то места. Кроме того, кроме ярмарок различных, у нас еще Ярославское шоссе бедное страдает. Там сейчас наступлением лета, но и зимой-то было много иностранцев, которые вдоль дороги стояли. А сейчас их стало еще больше, мне кажется. Как вот с этой проблемой справляться удается? Вот удается справляться тоже только вот таким методом. С одной стороны, мы организовываем ежедневное патрулирование и вывозим, задерживаем таких вот лиц, вывозим, оформляем, документируем их деятельность, привлекаем к ответственности. С другой стороны, выясняем, к кому приехали, у кого проживают. И ведь не секрет, уже в 7 утра едешь, а они уже стоят. Значит, они где-то здесь рядышком живут. То есть работаем активно, опять же, и с населением, и с руководителями предприятий. Ну, где-то получается, где-то нет. Здесь все-таки хотелось бы, чтобы люди и предприятия, опять же, не были посторонними такими наблюдателями, знаете, а все-таки, ну, переживали и за город, и за район, и как-то старались. Ведь все же возмущаются, да, что большое засилие, значит, незаконно прибывающих иностранных граждан, большое засилие преступлений, которые они совершают, и на улицу порой вот там выходить опасно. Ну, извините меня, это все зависит и от нас с вами, не только от деятельности милиции, а прежде всего от каждого гражданина, чтобы вот быть участным, вот, и не брать, вот вы знаете, забираем с Ярославского шоссе, погружаем в автобус этих нарушителей, а сзади выстраивается, значит, новые, с десяток машин, нет, машин, так называемых клиентов, которые хотят взять эту иностранную рабочую силу на работу. Ну, то есть спрос рождает предложение, понимаете? Если бы мы немножко бы думали о последствиях, наверное, бы отказались бы, наверное, бы брали рабочих на каких-то предприятиях, организациях, где можно договор заключить. Да, может быть, подороже, налог придется платить, но... Хотя тоже по поводу цены, они сейчас тоже очень дешевые стали. Очень много говорят, о чем что... речь? Потому что приходит масса потом людей на приемы с заявлениями, возмущаются, что вот некачественно сделали ту иную работу, там еще украли что-то. И найти, и претензии предъявить некому, потому что все это вот не оформлено. И потерпевшие это сами боятся идти, потому что он, как правило, договор не заключал, налоги не платил. То есть это все вот в какой-то, знаете, как в дикие какие-то времена. То есть пора уже нам становиться вот на цивилизованные рамки, и тогда, глядишь, и им просто некуда, что он будет стоять, если его никто не будет брать. Да, это тоже такая проблема. Сейчас, насколько мне известно, с наступлением лета вы хоть сказали, что кражи квартир сокращаются, но не стоит расслабляться, многие уезжают в выходные на дачи, и тут-то мошенники и начинают орудовать. К сожалению, да, это все правильно. Вот буквально за воскресенье прошедшего 7 краж было из квартир. Это за один день только? За один день. Это очень много, потому что за всю неделю столько не совершается. И причем, вот, знаете, тащат ведь такие вещи, как и телевизор, шубы, там, другие какие-то предметы, которые вот, ну, нельзя не заметить. И здесь, конечно, наши уважаемые жители, вот, знаете, в какой-то степени нужно становиться хозяевами вот, и в своем подъезде хотя бы. Помогайте и себе, и соседям, потому что достаточно сложно вот такие преступления раскрыть. Здесь только совместными усилиями можно это сделать. Ну и второй момент, конечно же, это постановка на пульт единственной охраны. Ведь сколько мы знаем, таких фактов практически не происходит там, где стоит сигнализация. Преступник заранее уже видит, что стоит сигнализация, и все-таки, ну, обходит квартиру. Либо видит, либо когда открыл дверь, оно сработало уже, в общем-то, все. Он понимает, что через 3 минуты будет наряд, и что-то успеть за это время очень сложно. Тоже не так давно мы рассказывали о том, что помимо краж в Ашанах, в супермаркетах происходят кражи номеров машинных.
То есть машин снимают, скручивают номера, в основном это либо номера иностранные, либо красивые так называемые номера, там одинаковые цифры, ну, когда жалко, собственно, хозяину потерять этот номер, и за какой-то определенный выкуп им возвращают. Вот тоже, я знаю, у вас тоже есть какая-то специфика, вы некоторые такие кражи раскрыли. К сожалению, у нас, знаете, был небольшой пробел в законодательстве вот, буквально до марта месяца, и не было понимания четкого, вот, что такое номера, это является ли это собственностью человека, либо не является, потому что ведь это государственный номер, он как бы собственность государства, и сложно было привлечь, хотя задержание несколько раз таких злодеев было. Вот. На данный момент уже есть понимание, четкое разъяснение было по этому поводу законодателя. И сейчас, в общем, проблем в этой связи не будет. У нас уже есть два факта таких, мы сейчас расследуем. Вот. И впредь, в общем-то, думаю, убавится желающих вот таким вот путем совершить какие-то мошеннические действия. Действия очень примитивные, знаете, и рассчитаны вот на то, что человек, который приехал издалека, у него нет времени здесь там разбираться, ему звонят и говорят, вот твой номер вернем, если ты там заплатишь. Ну, естественно, зачастую, к сожалению, платили. Вот. Но по всем фактам, которых обращались, мы номера либо находили, либо находили злодеев. Да. Поэтому тут сейчас, я думаю, что уже пробела нет. Будем поактивнее работать и, думаю, проблему эту, ну, хотя бы уменьшим. Кроме того, сейчас также в летний период возросла придорожная торговля, которая чревата не только тем, что там продается непонятно какой товар и непонятно откуда привезенный, но и различными ДТП и такими случаями. Ну, знаете, опять же, вот здесь наша психология, это вот очень странно. Вот в субботу выезжал на происшествие, волей судьбы так получилось, натяжка. И это было в районе платформы Перловской, вот с той стороны, со стороны Ярославского шоссе. Значит, граждане Молдавии стоят без разрешения, там сладков продают овощи, фрукты. Все, торговля идет бойко, очередь стоит. Я подошел, представился, в общем-то, ну, естественно, документов никаких нет, и так далее. Вот, пресек все это дело, вызвал, значит, машину. Но суть-то в другом, что люди стоят, я начинаю с простыми нашими гражданами говорить, что вот вы живем уже век такой, вы же знаете, и травятся, и вот вы не знаете откуда. Ну, почему у вас нет элементарного чувства вот самосохранения? Ведь вы же не знаете, откуда привезли, что она. Вот, из какой зоны там, может быть, радиоактивной какой-то и так далее. То есть совершенно вот даже не переживают и не, в общем, не заботятся о своем здоровье. Поэтому, наверное, очень сложно понять психологию, ведь у нас сейчас зачастую и товар, который сертифицирован, и то, значит, нет гарантии. Но там хотя бы можно потом предъявить кому-то претензии и какую-то проблему решить, привлечь. А ведь в данном случае, ну, в общем-то, так то же самое, так же, как иностранцами. Да? Вот нельзя покупать на улице сладков, там бывает и на земле лежат эти ящики, вот, ну да, дешевле. Ну, извините меня, здоровье не купишь. Здоровье это важнее все-таки. Вот. А так, конечно, активизировалось действительно. Но это всегда так происходит в летний период, особенно фрукты. Вот. Мы с этим активно боремся, тоже есть определенные проблемы, ведь изымаем этот товар, дальше ведь его ни одна уважаемая организация, государство, она его не возьмет, потому что нет на него ни сертификат качества, ни какие-то лабораторные исследования, ничего нет. Куда его девать? И вот здесь, конечно, тоже проблемы возникают. Но, тем не менее, мы это изымаем и пресекали, и будем пресекать. Ну, а гражданам, опять же, просьба вот все-таки поосторожней. И чем меньше мы будем покупать, тем больше вероятность, что их просто не будет. Есть ли какие-то особенности правопорядка в летний период, охраны правопорядка? Потому что сейчас и пляжи открываются. К сожалению, да, есть и очень много. Как вы знаете, милиционеры всегда шутят, вот дождик идет, это вот, в общем-то, хорошо для нас. Мороз то же самое. Все люди дома, и все хорошо. Вот. Сейчас, конечно, много людей выезжает на отдых, особенно в выходные дни. У нас наш район, он богат такими местами отдыха, и водохранилища, и пляжи. Другие, значит, лесопарковые зоны.
Шашлыки, пиво. Ну да, и поэтому распылиться вот на все эти точки, конечно, невозможно. Поэтому происходит много и всевозможных стычек, там каких-то хулиганских произведений, распитий спиртных напитков. Поэтому мы вынуждены усиливать вот вечернее, ночное время, дополнительные силы привлекаем, значит, и особенно выходные. То есть основной упор идет на охрану общественного порядка. Здесь мы снимаем резервы свои из других служб, плотность снарядов резко увеличиваем и вот именно направляем в те места, где вот такое большое скопление отдыхающих. Также хотелось бы еще остановиться на несовершеннолетних, которые тоже отдыхают, и у них сейчас каникулы. Как родителям быть? Что, как за ними следить и смотреть, чтобы они в какое время нельзя выходить и где им находиться в позднее время суток? Ну, сейчас, наверное, родители всегда должны быть с ними. Особенно вот в наше время такое, знаете, ну, очень не то чтобы опасное, но вот для подростков оно такое соблазнительное. И всякого рода значит, и вовлечение в какие-то употребление психотропных веществ, наркоманию, там, курительные смеси. Все это так, в общем-то, легко доступно, к сожалению. И контроль, он должен быть просто, вот, знаете, повседневный. Да и, в общем-то, что подростку болтаться одному? Вот я думаю, что, наверное, отдохнуть, выехать на природу или еще куда-то, наверное, неплохо выехать с семьей. А остальное время, ну, надо занимать подростков. Ведь, вот смотрите, сейчас по приему на работу берем, но процентов 90 подростков отсеиваются из-за того, что там у кого-то какие-то проблемы со здоровьем, там другие вопросы. Там, а ведь это все от чего зависит? От того, что в свое время родители мало уделяли внимания, не отдавали ни в какие-то кружки, ни в секции, здоровый образ жизни не прививали. То есть это все, вот, если заботятся родители о своем чаде на будущее, то, наверное, у него и не будет возможности где-то там одному болтаться по дворам. Пожалуйста, вместе и секции. Все это можно организовать. У нас, вы знаете, в районе и в городе тут достаточно мест, куда можно подростка в нормальное, так сказать, русло направить, что он будет приходить вдохновленный, вот, довольный и уставший, чтобы приходить и падать. Чтобы сил не было. Да, чтобы сил не было ни на что. Ну, что болтаться? Ведь ничему хорошему-то он сейчас не научится с той категорией, которая вот ходит без дела. Ну, вы сказали, что к вам приходят подростки, устраиваются на работу и половина отсеиваются по состоянию здоровья. Все-таки есть ли какая-то сейчас, на сегодняшний день, кадровая проблема в органах? Она, кадровая проблема есть, и вот как раз основная причина-то именно вот в этом, что не потому, что не идет народ. Народ идет, и достаточно много, потому что сейчас и зарплата достаточно хорошая. Вот. Но, к сожалению, требования очень высоки, особенно к первой категории, это вот патрульно-постовая служба, ГАИ, значит, неизвестная охрана, ну, то есть наружные службы, которые непосредственно в охране общественного порядка на улице находятся в вечернее ночное время. Есть большие перегрузки, физические требования, потому что сталкиваются постоянно, кого-то задерживать нужно, догонять. И вот здесь массовая проблема. Люди, наши детишки, к сожалению, выросли за компьютером, не умеют ни бегать, уже и другие какие-то есть определенные патологии там, и ну, как бы не врач, но суть в другом, что очень много ограничений, которые, вот, к сожалению, не позволяют нам брать на работу. И выбираем, можно сказать, по крупицам. Поэтому призываем, безусловно, людей, в основном это после армии желательно, потому что если человек пошел в армию, значит, он уже здоров, и его туда бы не взяли бы больным. Вот. Ну и без армии тоже можно, мы на учебу направляем. То есть такая идет процесс, он рабочий, но люди нужны. Потому что, во-первых, продолжает еще идти и реформа. Где-то ведь это же тоже люди. Он был нормальный вчера, сегодня какой-то влез куда не надо, соблазн появился, еще что-то. То есть вот так очищаемся. Все равно ждут у нас всегда здоровых. Хотелось бы также еще под конец нашей программы, к сожалению, подходит к концу, подвести итог. Попросить наших жителей, чтобы они все-таки помогали сотрудникам полиции, и если видели, что что-то происходит рядом неправомерное, все-таки не оставались в стороне, звонили. Все знают 02 телефон распространен. Василий Николаевич, спасибо вам за то, что вы пришли.
Спасибо. Будем надеяться, что работа нашей полиции будет плодотворнее и плодотворнее с каждым разом. Спасибо. Ну а мы с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Всего доброго, до встречи.